Заслуженный артист России, актер Ульяновского драматического театра Владимир Кустарников неоднократно признавался, что главным мотором его жизни является любовь. Чувства открываются в героях Кустарникова по-разному, но всегда находят отклик у зрителей. Я как влюблен, я везде влюблен, да как-то мне все что-то не так, не так по спектаклям получается. Вот, потому что, ну, не герой-любовник. Так что если какие-то трагедийные, комедийные ситуации случаются с любовью, то это мои роли, считайте, вот так вот. Ну да, 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 влюбленный. А ну как человек может быть не влюбленным? Это единственное состояние души, которое частенько поддерживает в этой жизни. Ну, я так считаю. Новый спектакль «Последний пылкий любовник» по пьесе бродвейской звезды Нила Саймона Максим Копылов поставил специально для бенефиса Владимира Кустарникова, который в конце прошлого года отметил свой юбилей. Главный герой спектакля – незадачливый владелец рыбного ресторанчика, который после 23 лет брака решил один раз изменить жене, чтобы проверить, способен ли он на безумный поступок. Нам пришла мысль такая в голову, что в основном Владимир Петрович запоминается людям в каких-то таких острых характерных комедийных ролях. И поэтому выбор пал именно вот на эту пьесу. Мы ее разработали, подумали, что он сможет справиться с ней великолепно. И это будет такой вот подарок и женщинам, и Владимиру Петровичу, и на юбилей, и в дальнейшем, когда спектакль встанет уже полноценно на ноги в репертуаре театра. Рассказать историю мужчин и женщин бенефицианту помогут неповторимые Оксана Романова, Татьяна Денисенко и Юлия Ильина, актрисы Ульяновского драматического театра. Изысканную оправу театральному действию создадут художник Надежда Корчагина и балетмейстер Михаил Умнов. А джазовый ансамбль под руководством Алексея Кулика весь вечер будет вживую работать на сцене. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.